Всем привет! А мы тут опять линяем. У меня теперь будет вот такой вот красивый крылатый автомобильчик. Он только-только вылазит из своей предыдущей шкурки. Ну, я так понимаю, он там малеха подзастрял. И ему необходима помощь. Помощь заключается просто в придерживании шкурки. И он до конца вылезет. Ну-ка, дружочек, давай-давай. Опа, и все. То есть шкурку надо оставлять. Пусть съедает, им это очень нужно. Это хитин. В принципе, можно давать тетраминчик, тогда шкурку отнимать. У меня просто сейчас тетрамин закончился, поэтому я ему оставляю свой этот хитиновый. Там товарищи помогут все это сожрать. И автомобильчик уже будет не нимфочкой, а взрослой особью с крыльями. Вот такая красота. Вот. Судя по цвету, он у меня линять начал часа где-то полтора-два назад. То есть просто он долго не мог вылезти со своей старой шкурки. Поэтому вот такого цвета уже. Пигментация уже у него есть. Сейчас покажу поближе друга. Он вообще маленький. Там на экране кажется большим. По сравнению, конечно, с Мадагаскаром, этот тараканчик поменьше. Ну, тоже интересный. Кто увлекается насекомыми, обязательно держит такое чудо в коллекции. Интересный товарищ, красивый. Вот она. Потом потемнеет, конечно. Но все равно останется красивым. Ну-ка, дружочек, прыгай, давай. Давай, давай. Вот так вот, иди к своим друзьям. Они тоже подземные жители, сейчас позакапываются. Главное, не забывайте увлажнять их террариум. Они очень любят влагу. И без нее просто засохнут.